eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет на Вивера в подарок. Так, нам сказали поздравить всех с Международным днем футбола. Сегодня Международный день футбола. Всех поздравляем с Международным днем футбола. Сегодня да. Шахтер Донецк, Манчестер Юнайтед. Наверное, один из тех матчей, когда мне ну просто очень хочется, чтобы обе команды проиграли, потому что я болею. Не за тех, не за тех. Я прям злой все-таки. Я прям даже не знаю, кто. Ладно, в любом случае. За кого-то топить. Ну, не, за кого бы ты топил вот в этом матче? За ничью, если честно. Ну, вот я даже не знаю, за кого. Вот как-то вот как-то... не болею я за... Ну, не болею я за Шахтёр, извините, уважаемые жители Донецка. Красные, классные маечки. Я болею за Ливерпуль. Ну, извините. Да, в любом случае, красные маечки, это такое. Ну, сегодня, наверное, уже будем за Шахтёр Донецк все-таки болеть. Все-таки. Лига чемпионов, как ни крути. Да. Ладно, в любом случае, у нас была довольно долгая пауза, потому что Na'Vi, Альянс не могли зайти на сервер. Не только они все не могли зайти на сервер. Мы с вами продолжаем смотреть. И это первый матч для Na'Vi на этом StarLadder'е. Это второй, извините, да, второй матч для Альянса на этом StarLadder'е. Это El Clásico. Битва третьих мест. Битва третьих мест ЕМСа. Фнатик смотрит на этих пацанов, как на бомжей каких-то таких. Да. И не только Фнатик. Фнатики на них вообще дважды смотрят, как на бомжей. Да. Они еще после Dream League там тоже. Ну, а Vici Gaming — это просто Vici Gaming. Пацаны без наушников, как их назвал. Да, это просто пацаны без наушников, еще пацаны в тапках. Мы вообще просто прозрели. Короче, сегодня, это вчера был утром. Цирк, да, когда мы... Сайлор, да. В аэропорту увидели команду Vici Gaming, там пару человек. Один в таких полу-недокроссовка-тапках. Да, а там второй вообще просто... в шлепках, вот просто шлепки. Причем не такие шлепки, чтобы резиновые, а такие, которые пушистые шлепочки домашние. Причем стоптаны уже видно такие, ну, не новые. Да, причем и они были явно ошарашены в Катовице, потому что, ну, понятно, что рейс там, у них был рейс Катовица-Варшава-Москва-Шанхай. Ну, то есть Варшава-Москва-Шанхай, понятно, что там ты из аэропорта сразу в самолет. А тут для них, опа, нежданчик, надо было идти пешком в самолет из здания аэропорта. А на улице снег, дождь, слякоть, на и он улице в этих шлепках. Просто там реально происходил какой-то армагеддец, и короче, китайцы, это был эпик. Китайцы очень ржачные пацаны. Так, это еще полбеды. Они на интернешнл или в пенковых этих ехали тоже? Да, мы тоже. Мы их нашли в аэропорту, команду, то ли ДК вроде, то ли еще кого-то, или Тунгфу, я уже не помню. И просто ребята тоже вот этих пенковых шлепках обычные самые, типа, ехали домой. Причем всем составом, да. Да, почему бы и нет. Не, ну ты же понимаешь, что в самолете самое главное удобство. То есть... В самолете там всегда самое на меня, главное на удобство. На меня иногда смотрят, я когда летаю там далеко куда-то, то я тоже всегда, ну я, правда, уже в самом самолете просто захожу в туалет, переодеваю там джинсы на штаны спортивные, кроссовки на шлепки, и у меня даже есть такие крутые, я в Америке купил такие специальные самолетные тапки.
они такие очень-очень прикольные, с таким рельефным, рельефной подошвой, чтобы ноги еще и массажились. Такие крутые, они так натягиваются, так, как бахилы такие. Так что это очень круто. Ладно, что мы тут про тапки, да про тапки. Нави Альянса мы про тапки. Финалисты прошлого сезона, чемпионы последних 7 сезонов Старладера. Как ни крути, начинаем смотреть. Натус, Винсер, Луна, Энчантрес, Пак. Луна, Энчантрес. То же самое, что с Надьками в полуфинале ЕМС. Первых два пика Луна, Энчантрес. What the fuck is happening in Dota 2 World right now? Я не знаю, что они там берут. Ну, во-первых, к Нави, скажем так, претензий обычно предъявлять по поводу пиков не надо. Претензии предъявлять надо по поводу пиков одному человеку в Нави. Не, ну это понятно. То есть мы тоже сколько не общались, парни говорят, мы там как его не уговариваем, что мы там только какие условия не ставим. Все равно он берет все, что он хочет, и только изредка, когда у него хорошее настроение, может дать там покатать на каком-то инвокере или еще чем-то в этом духе. Ну, настроение у него редко бывает хорошее. Да, да, да. Настроение у него бывает хорошее, когда ему просто впадло и хвост садится на пик. Вот тогда весело. Вот тогда действительно получаются веселые игры. То, что надо. Хвост просто берет Кайрилину и идет нападать. Все нормально. Ладно, Визаж Алхимик тем временем от Alliance. Мы понимаем, что это может быть как суппорт Алхимик, так и Саламид Алхимик. Это может быть что угодно. Это уже будет явно не суппорт Алхимик, ну, потому что есть Визу. Да, да, да. Очень крутая дабла уже у Альянс в плане саппорта. Нереально крутая да, дабла. Очень сильные герои. Ну и Алхимик, возможно, в мид, но мне кажется, это будет все-таки лода на Алхимике, потому что S4 на Алхимике как-то вообще не смотрится. Мне кажется, для S4 мы сейчас увидим другого персонажа какого-нибудь. Ну и посмотрим, верят ли Нави, да, в Алхимика на миде у команды Альянс. Мы это выясним совсем скоро, как только они забанят последнего героя. Но в любом случае Дэндику все равно придется не Дэнди, извините, Дондо. Дондо. Дондо придется стоять, собственно, против этого самого мидера. Так что давайте пообщаемся с Дондо. Подумаем, что Доунил Супермидер нам скажет. Как ему, ну, команда там пообщается с ним, понятное дело, что он скажет. Ну, тут суппорт Виндрейнджер для Куроки, понятное дело, остался герой. Хотя, может быть, это и... Может быть, для Фаника, ну, да. Просто вот этот самый матч, где Куроки пошел в оффлейн, я думаю, долго его никто не забудет. Что-то на Виндрейнджер же он пошел. Там, он быстреньких 0-2, да? Да, умер, да, это да. Было такое. Так делать нельзя. Так что, может быть, да, может быть, действительно, это ВРК для Фаника. Ну и остается у нас сейчас... предпоследний пик для S4. Кстати, времени опять же тратится очень много. Хотя вроде бы это не гранд-финал какого-то там турнира. Ну, вроде бы да. Ну, как бы понимают ребята, что стартовать вот так вот с поражения на Старладере, когда впереди все-таки еще целых 16 матчей, это не очень круто. Тем более, что... О, Doom от Alliance опять. Тем более, что сегодня у Альянсов еще тяжелейший матч с Натиком. Альянсы вообще начинают просто, ух, то, что надо. Да, да, ну вот я посмотрел, кого тут забанили. Забанили Драгоннайта. Все-таки Пупей не поверил в то, что Алхимик будет стоять на центральной линии. И, следовательно, забанил жирного героя. Тут реально, если был бы Алхимик, Doom и ДК, их вообще убивать было бы очень сложно. Там одного-двух таких пацанов уже достаточно трудно килять. А когда их целая пачка носится, этот мужицкий пик... То да, могут быть очень серьезные проблемы. В любом случае, 3 секунды до конца времени. Да, это минус Клокверк. Значит, S4 не верит в Виндрейнджер by Фаник. Все-таки думает, что это будет суппорт ВРК от Куроки. Ну, посмотрим, опять же. Тут такие mind games уже идут, когда команда действительно демонстрирует, что один и тот же герой может использоваться на нескольких ролях. Причем, если это действительно неплохо получается, соответственно, это запоминается очень хорошо другим игрокам. И они потом там себя уже путают во время стадии пиков банов. Ну, и так, Пупей. Последний пик — это Рубик. Это Рубик теперь уже для Куроки. Значит, ВРК будет у Фаника. Да, тут понятно все. Да. Ну и остается последний пик теперь у Alliance. Теперь, да, теперь пик у Нави достаточно ясный. И вроде пик неплохой на самом деле. Герои на линиях на своих будут хорошо стоять. Не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы. Хотя, если там сейчас Думи на Мансер и Визардж отправятся в сложную... то хвосту там придется очень несладко. Так. И Найтсталкер для S4. О, вот Stalker. Это интересный переворот, я бы сказал. Так вот сейчас да. Всего пика. То есть у нас будет кэрри Алхимик.
Неожиданно. Не, ну вообще неожиданно. В последнее время недели, да, это или саппорт, или мид. Ну, в частности, мид у нас на EMS что-то вообще был самым популярным именно вот мидер. Ну, и опять же, да, можно сказать, что это мужицкий пик. Аллилуйя. Mm-hmm. Пик из мужиков. Ну, потому что Doom, как бы, Night Stalker и Алхимик не самые тонкие персонажи. На самом деле, я постоянно еще и Визаджа отношу к этой категории, потому что, да, у него очень дикая пассивка, и его тоже очень сложно убивать. Быстро убивать. Еп. Ну, yep. Кстати, тут что у нас? Тут одного виномансера убивать. А виномансер что? У него миссия... То есть тут один не мужицкий вот пик, да? Только вот креветки — это не мужицкая еда вообще, я бы сказал. Ну, да, да. Но он уже не креветка, поэтому он уже... Что он? А, ну да, он категории. Не креветка уже. Сейчас он похож на какую-то просто хрень желтую. Да, здоровенная желтая хрень. Здоровенная желтая хрень. Ладно, пауза от команды Alliance сразу же в начале игры. У нас опять-таки напоминаем вам, что это 10-й игровой день Star Series. Напоминаем, что игру можно посмотреть, конечно же, в Dota 2 TV вот здесь вот. И чтобы посмотреть игру, вам нужен билет. Каждый билет $2.5 приносит призовой фонд, поэтому покупайте билеты. Мы видим $113,165 уже призовой. Да, изначально было 50, 63 тысячи с плюсиком. Это все заслуга людей, которые покупали билеты. Да. Они получили, уникальный сет на Вивера, да, в подарок и батл бонус на, не помню, на какое-то время, да, 125%. Так что я уже много раз говорил по поводу что. И я тебе о чем? Вот, Volvo, fix it, please. Да, вот, кстати, опять же, если вы собираетесь быстро найти уникальный сет на Вивера с билетом... В топ-селлерс. Да, в топ-селлерс заходите в магазине, вкладка, опять же, есть такая, лучшие продажи, мы там висим где-то сверху. Да-да-да. Ну что, мы видим, S4 решил перезайти в игру. Будем надеяться, что немного времени это у него заберет. Да, так, что-то еще есть. Official Dota 2 Gear, оно. Который в Украину не доставляется. Ну, как обычно у нас, ничего не доставляется в Украину. Так, ну, такое. Вот такая, как у меня есть, что тут у меня? У тебя Джиггернаут? Джиггернаут. Да, да, вот только что где-то пролистывал. А вон справа, Джиггернаут. 14.99? Да. Отлично. Круто. А, только же она же без внутриигрового этого идет. Без дигитал-кода, да, идет. Без дигитал-кода. А вот кстати, что мне на Джиггернаута дало? А мне ничего на Джиггернаута не дало, подожди. Там сабля такая здоровенная должна быть. Подожди. А ну. Где мой? Стор, армори. Нет, это кунка. Ты Джиггернаут напиши где-то. Мне не дала она на... Ну так полистай эти странички. Вон она. А вот эту? Да. Да. Прикольно. И у меня даже не одета она, эквип. Такой ты... Класс. Отлично. Очень похож на Джиггернаута. Да, это действительно Джиггернаут. Это альтернативный скин для Джиггернаута. Нифига, это сабля больше за него вообще. Не, он прикольный на самом деле, да. Сабля. Ладно, мы в доте. Все, Аки играет на виномансере с фор... Что? Соло мидл химик. Все-таки да. Они нас надурили. Они всех, походу, надурили. Да, Лода на Найтсталкере, Соло Мидл Химик by S4, EGM на Визаже, Адмирал Бульдог на Оффлейн Думе, Хвост, у которого есть сет на Луну. Ни хрена себе, смотри, какой сет крутой у Сашки. Ты, естественно, сет крутой у Сашки, это же Сашка, он там... Да, 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 нахабатил. Который на меня обижается постоянно, потому что я ему не отдаю все вещи, которые есть у меня в Dota 2 TV. В Dota 2 просто. Навидондо на паке Куроки, конечно же, со своим self-made сетом. Games Watch 0 и всю жизнь будет 0. На Рубике Enchantress by Puppy. Ну и понятно, что товарищ Фаникс сыграет на Windranger, которая, мы видим, очень быстро побежала на линию, ничего себе не приобрела, для того, чтобы тыкнуть вот этот вот Sentry. И этот самый Sentry, я думаю, не будут разбивать парни из Alliance, потому что они типа... Ну вот, здравствуй, родной StarLadder, возвращается скандинав к нам наш статист, 1.69 на Na'Vi, 2.003 на Альянс, 53% на Na'Vi, 47% на Альянс, ну и чат 69 против 31%, все-таки команда считает фаворитом команду Na'Vi, а не Alliance. Ну, судя по последним играм команды Альянс, у них сейчас не лучший период игровой и... Да они ладно, они, блин, с Увичи карту оттяпали и нормально с ними дрались. Я видел, как они играли, не надо мне рассказывать, я видел эти матчи, там происходило вообще какое-то недоразумение. Ересь. В основном, да, это полная какая-то фигня была.
Ну, ладно, ладно. В общем, опять же говорю, что парни, да, не в лучшей своей форме. Скажем так, два последних их турнира, три последних турнира ничем хорошим для них не увенчались. Ну, это да. То есть третье место на DreamHack, третье место на EMS, это, понятно, и не для Альянса. Группы на MLG, да, это не результат. Если Na'Vi, можно сказать, что да, для них первое место на LaGlaxie, первое место на DreamHack и два третьих места, это еще более-менее сносный результат, то, конечно же, для Альянсов это не очень круто. Ну что же, Донду против Эсфор, ну и мы видим, как здесь Дэндику будет тяжеловато стоять. Пол ХП он только что потерял, учитывая, что его вообще ни разу не ударили. Винрейт героев Na'Vi против Визажа. У Луны 44, у Пака 40, у Чатри 42, у Винрейт 43, у Рубика 43. Это ужасный винрейт. Это просто ужасный винрейт против Визажа. Ну, на самом деле, учитывая еще то, кто играет, да, на этом Визаже, то я думаю, действительно, ну, эти цифры могут хоть как-то быть сопоставимы. Потому что действительно EGM у нас шарит, как это делать. Так, тут у нас выходит Аки на Фаника. Выходит. Хорошо, кстати, пробивает очень-очень больно. Я, кстати. А, там пассивка. Пассивка на первом левеле в качестве виномансера. Следовательно, именно поэтому не стал он гелить. Ну, все равно мы Фаник немножечко понапрягал и так далее. Фаник виндран вкачан. Я думал, что Фаник будет заниматься тем, чем он занимается обычно. То есть здесь вырубывать лес и пытаться фармить. Но мы видим, решил он побегать. И вот на него нападает EGM. Ну, правда, нету гейля. И на этот раз поэтому Фаник не убьет. Поэтому Фанику тут ничего не угрожает. Я, кстати, не знаю, почему Аки не стал. Хотя, с другой стороны, понятно, почему не стал. Потому что пассивка это тоже дает какое-никакое замедление. Плюс она еще дамажит. Ты с ВРК идешь, размениваешься по ХП. Ты даешь ей тычку, по сути, которая превращается в две со временем. То есть может спокойно убегать. Так, на топе у нас, смотри, там Адмирал Бульдог поджигает землю. Его ой, подняли его, хорошо подставили. И тут же хвост First Blood, команда Na'Vi. Вот так вот. Загулял Бульдог. Да, ошибся. И как раз-таки в тот момент оказался рядом. Правда, посмотри, сколько Пупея ХП. То есть Пупей тут тоже просел очень плотно. Да, ну Пупей там подставлялся и все такое. В общем... Ну да, в любом случае молодцы. Молодцы, собственно, Na'Vi здесь, собственно, принимают нужный момент. Связка Визажа Виномансер имеет 62% винрейта. Не самых высоких винрейтов среди связок. Ну, среди вообще, да, комбинации из двух героев. Ну, мы просто очень редко берут Клокверка с Виномансером, да. Инмейт бы рассказал, что это лучшая пара саппортов в истории Dota. Ну, действительно, Виномансер, Визаж, как ни крутите, а два шикарнейших просто саппорта. И, ну, я но думаю... Но они каждый сам по себе очень сильные, и вместе они не мешают друг другу, то есть они тоже могут взаимодействовать друг с дружкой, что встречается не в, далеко не в каждой, да, связке, да, из двух суппортов. То есть степень взаимодействия у них также достаточно неплохая. Ну и хвост. Фаник таки ушел, кстати, туда, куда мы его отправляли, то есть он ушел фармить энчентов. Лесом. Стрелой. Правда, я думал, что он возьмет себе топорик, но он пробил просто стрелой, проломал деревья, да, и здесь стоит, фармит. Да-да-да, и просто стоит, постреливает периодически. Только ну, тут ну... деревья-то вырастут, не? Или не вырастут, пока он на них стоит? Через 5 минут вырастают. А, через 5 минут, да. Да-да-да, так что... Да-да-да, мы видим, тут спауны сами по себе у Фаника получают, там но и тут он будет стоять долго. На S4 выбежали, залетает у нас Иллюзорий Орб, но EGM пытается помочь, Пупей умирает. Пупей умирает от Таура. Не самый удачный ганг. Дэнди успевает дать тычку, но S4 приносит ему куработал, и он отпивает. И сейчас Дэнди умрет. Сейчас Дэнди умрет, и у него нету маны. И Дэнди может спрятаться там в шифт, да, разве что на развороте. Сайленс есть у Дэнди. Если бы дал сайленс, EGM бы убил. Его убивает Пупей своим хелберсмешером. Но в любом случае довольно веселый получился момент. Как же повезло здесь S4, что вовремя ему прилетела курица. Реально, курица прилетела просто вот ровно в эту секунду, пока летела тычка, к нему залетает ботл, и он делает из него глоток. Да, и он еще успел отпиться, что самое главное в этот самый момент. Вот да, это да, найс. Да, вот это было очень круто. Там доля секунды, но она его, по сути, и спасла. Это было очень-очень круто. Так, ну и Адмирал Бульдог на топе у нас чем сейчас занимается? Получает 4-й уровень. Он... Ну, он знает, что нету Пупея, что можно пока немножечко понаглеть, может быть. Ну и, может быть, даже будет наглеть Адмирал Бульдог. А мы видим, пока у него со шмотками не особо все весело. Ну, а у Лоты тем временем появляются фейзы. Это не будет. Не будет у нас мидас Дота. Я в этом на 100% уверен. Ни Хвост, ни Лода не будут покупать мидасы. Хотя Хвост и его 840 голды меня настораживают сейчас. Да, я вот тоже хотел сказать, что не просто так же он копит. Ну, сейчас и посмотрим. Просто так или же нет. Же есть. Или же... Же нет, или же есть. Да, да, вот посмотрим. Это, кстати, хороший вопрос. Дондо. 0-1. 20 на 7 крипстат. EGM сейчас пока в миде. А куда пошел S4? Где вообще S4? S4, вот сейчас он тут, 18 на 3, 2 ассиста у него. Ну, проигрывает он немножечко крипстат Дэндику, хотя поначалу казалось бы, что там у Густава дела получше идут, чем у Даунила, у которого, кстати, в стэш появился также тапок. Ну и тут... Так, ну и что у нас здесь происходит? Здесь у нас происходит Лода. Лода, который купил себе фейзы, у которого уже сейчас под деньгам есть, да, грейдженный стик.
Ну вот, видишь, инфа пришла, что S4 это первая игра на алхимике. Ну, я думаю, возможно, это вполне возможно. Ну, может быть, не первая, да, может быть, там действительно, как написал наш статист, там присутствует одна-две игры, потому что не всегда вообще... Статистика, ну, в статистику матчи попадают, да. Да, попадают эти матчи, там, где было сыграно там один, действительно, два матча. Но в любом случае мы знаем, да, что это мало. Сыграло, но это не самый тяжелый мало. Герой для начала, скажем, понятное да, дело. Да, герой, который, по сути, из себя ничего такого сверх ну, специфического, да, не представляет. Так, 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 смотри, бульдога нашел уроки. Ну, а просто проблема-то в том, что вот теперь да, уже двое, если бульдог бы бежал да. прямо, было бы все хорошо. Но и уйдет все равно. Да, нету импетуса. Дэнди с ультом, и теперь хорошо, но рядом также Исфор. Исфор сейчас останет двоих. Хил есть от Пупея, Куроки живет по-прежнему, засловили Пупея. Да зачем же вы в разные стороны бежите? Но они пытались, видимо, просто как-то развести всю контору. Здесь да, уже потому, и Лода. Там Лода прибежал. Но вот Лода сейчас шикарно разберется с Пупеем, да, несмотря на Untouchable. Ой-ой-ой, там сколько всяких... Залетело. Вещей, да, залетело в Пупея. Ну и минус 2, и Лода первая ночь, вылазка для него получается удачным, потому что есть уже один ассист, и он отправляется в сложную линию, где будет пытаться напрягать хвоста. Что у хвоста? Хвоста фейзы тоже. Хвоста тоже фейзы. Так, ну и ну... что левел есть у хвоста? Дэнди в миде. Кстати, 570. Луна с фейзами. Мне это не очень нравится. Луна... Почему? Классный артефакт. Потому что она мягкая, как сладкая не, ну это булочка. Да, ну это да. Вот сейчас для Лоды это вообще вот кайф. Именно, Лода подойдет мне еще за сандалью. Конечно, слушай, сейчас он не подойдет, слушай, потому что это там получается, что в ульте хвоста Лода будет бегать, нарезать 10 секунд всех? Где что? Ну, да. Именно потому так что ночь же включается. Да, ночь включается у Луны, поэтому хвост как только будет ультить, то Лоде от этого будет только плюс. Если вдруг у Лоды не будет ульты своей. Фаник умирает от вышки внизу. Он загонял Виномансера и оказался в безвыходном положении. Да, и, собственно, мы видим, фраг зарабатывает так. И это 5-2 уже в пользу Alliance. Отличное начало игры для Альянс. Восьмая минута игры. Мы понимаем, что у Аки 1000 голды. А вы понимаете, что если у суппорта 1000 голды, это значит что? Вот недавно ты показывал, да, блок-схему, да, по да. что делать в разных ситуациях в доте. Если у вас есть преимущество, покупайте мидас. Если вы проигрываете, покупайте мидас. Если у врага есть мидас, покупайте два мидаса. Все просто. Все очень просто. Все нереально просто. В доте, ну здесь, я думаю, вряд ли будут мидасы у кого-то из Нави. Потому что фейзы в Windranger, Пупей, мы видим, идет в Мекку, а Куро у нас тапок, ну, понятное дело, там денег неоткуда взяться. Ну и хвост, тем временем, мы видим, купил уже себе Helm of Iron Will, будет делать быстрый доминатор, пытаться стакать. Здесь пару стаков уже для него есть, который пытался фармить там, Фаник, ну, не зафармил, так что тут все понятно. Ну и Дондо, седьмой левел, собственно. Так, там Лоду выехал за... Сейчас драка будет на топе. И очень хорошая сейчас может быть драка для Нави, потому что они выманивают на себя. Поднимают Лоду, и надо выманивать дальше на себя. Ой-ой-ой-ой-ой! Стан по четверым, по тучку! Хвост ультует на развороте, хвост по-прежнему живой. Отличный ультимейт здесь, Лода тоже едва живой. Стан от Кентавра по четверым! Стан просто царский, но вот теперь EGM уже плюнул, и погибла у нас Луна. Размен пока что один в один. EGM очень коцает, и пауэршотом промахивается. Там у нас Фаник, но это не мешает убить EGM. И Альянс... Птицы сейчас Куроки убьют просто. Просто сейчас птицы убьют Куроки. Так, одну убили. Не убили Куроки. Ну просто алхимик, который дает стан по четверым. По четверым, это такая жесть. Ну и там на развороте кентавр троих, по-моему, застанет. Просто если бы там этот стан был раскручен на максимум, в тучку. Поубивал бы просто. А там все бы умерли, просто да. Все в секунду бы там Дэнди снизу пытался... Смотри, заходит С4 дальше. Подняли. А, и Куроки он убивает, и Фаника тоже убьет, и Фаника нет ведра. Давай еще одну тычку сейчас даст Фанику, это минус 2, то есть 4, невероятная игра от алхимика. Вальва продолжает издеваться с Вилата, но это такое, здесь Пупей стан, и сейчас будет трипл килл, и еще и поймали Пупея здесь, и... Ну не трипл килл, но все равно фраг. Я не знаю, что тут происходит, это реально жесть, вот то, что да. мы видим, просто... Ты посмотри, кто призы опять выиграл. А Юасу, а Валоп, короче. Короче, мне пора а опять... А Аспер не выиграл, да. Аспер не выиграл на EMS. Ни одного приза. Так, вот здесь стан хвоста. Бульдог. Ой, бульдога здесь надо убивать. Бульдог тут отсюда будет убегать сейчас. Правда, не факт, что у него это получится. Нет, там да, тут бульдог явно загулял. Ну, Фаник успел забирает. Закупиться бульдог в это время в магазине. Класснейшая у нас дота. Нави Альянс 9-5, 10-я минута, драки. Ну, нормально. Вот из-за чего людям нравится Star Ladder? Из-за того, что у нас в онлайн-части... Best of One. Да, у нас, типа, во-первых, Best of 1, а во-вторых, эти игры, по сути, да, ничего не решают до последних, там, 2-3 дней сезона. Ну, если ты проигрываешь прямо сейчас, то беда. Ну, то есть, понятно, мы хотим сказать, что каждая игра, не то чтобы она ничего не решает, она всего нас 1/17 часть. Да, то есть ты можешь рисковать, ты можешь драться. Именно, что доля ее влияния на общее положение, да, по сезону, она минимальная. Да. Следовательно, ты можешь действительно рискнуть, а вдруг что-то пропрет, там, где-то чизануть в некоторых моментах.
какой-то супер пуш или наоборот там 5 некров там каких-то. Да-да-да. Это реально может сработать. Но мы видим это на примере. И при этом ты особо игре. Много не потеряешь, да? Если вдруг проиграешь. То есть у тебя всегда будет шанс подсобраться и отыграть нормально в следующем матче. Ну и мы реально видим на примере Na'Vi Alliance, что у команды, ну команды прет, вот просто их прет. Да. И у них действительно идет классная игра. Воюют очень хорошо здесь коллективы. Так, Хвост здесь забежал опять-таки на линию. У Хвоста, кстати, остановился немножечко фарм. Ну, видим, конечно же, он топ-1 на карте, но это понятно, это же Хвост, как бы. То, что он будет топ-1 на карте, я думаю, вряд ли кто-либо сомневался в этом. Но вот сейчас что-то у него с фармом так немножечко нехорошо пошло. То есть тут Фаник, кстати, фармит по-прежнему вот эти свои спауны. Как бы не знаю, чем заняться Фаник. Этот так, Фаник. Смотрю тут на этого алхимика. Тоже альянсовский сет, естественно. Ну, это понятно. Там причем намордник прикольный. Кстати, у меня не отображается сет вот здесь. А, да, потому что свап тоже. Был, потому что был свап. Да, видимо, да. Да, ну это альянсовский сет на алхимика. Знаешь, говорю, там вот на морде буковка А вот прям спереди, да? Такая сделана. Ну, тут, конечно, его не показывает, к сожалению. Вот надо смотреть так, вживую. Не, ну там и тут видно, вон, видишь? Вот, mm-hmm. Вот, да. Из этой хреновины. Alliance. Turn to pick. Ну и Na'Vi у нас зашли тем временем на Рошанчика. Я вижу, что у нас уже больше 70 тысяч. Добрый вечер, люди. Скажем вам, что сегодня еще мы с вами посмотрим после этого матча, если я не ошибаюсь, две игры. Или три даже мы посмотрим, по-моему, три игры Фнатиков, не? Или две игры Фнатиков мы посмотрим. Две игры Фнатиком против Посейдонов и против Альянса. И против Альянса, соответственно. Ой, смотри, он опять сейчас застанет, просто целую бригаду подняли его. Надо С4 в кого-то раскрутиться, С4! Далстан умирает от ульта, и здесь могут быть проблемы у Альянса довольно серьезные, потому что Аки, Хвост. Хвоста заденайт, можно попробовать, заденайл его Фаник. Фаник, красавчик, действительно, там Пупеха подставляет. Что Куроки здесь делает еще? Надо убегать. Пупеха с антачеблом, поэтому его бить вообще не рекомендуется. 2-1 получил. Хвост байбэк? Хвост байбэк? ТП на тавер? Рошан. Ну да, не хотят отдавать. Рошан 1500 хп. Прекрасно понимает Хвост, что нельзя его отдавать. И тут варды поубивать. Альянсы-то не смогут драться. Нет, тоже байбэк сделал S4. И альянсы таки смогут подраться. Или там нет? Еще этот Аки-инвалид подходит, и посмотри, у него 150 хп. Его реально чем бы не зацепить. Ну, сейчас не зацепит, он просто умирает моментально. Na'Vi сейчас разбегутся с Рошана, они не хотят драться, потому что у них тоже битый Куракай. Ну и вот эти два байбека, конечно, это плохо. Но зачем Хвост миди сейчас фармит? Ну вот зачем? Ну, он... Ему же не дает денег. А, уже дает. Нормально, там уже прошла минута. Так, или сколько там времени проходит? И минус Рошан. Ну и что сделали Na'Vi сейчас? Они просто отдали Рошана. Да, Рошана. И пак пролетает поздно. Просто на ровном месте минус Рошан. И Пупейчий получает стан. Там хил на нем. Куроки. Куроки может все сорвануть на развороте. Дает стан в Аке. Шейкл неточный. И в итоге сейчас Na'Vi еще все поумирают под тавером. Отличная игра от Альянс. Отличный плевок от ЕГМа. Хорошо забирает. Тут еще и Хвоста. Лода разворачивает. Лода с вангардом. Ему все равно. Даже эти 120. И минус Фаник. Просто надо шикарно. Очень долго сбивает. Да, там Сайленс хороший. Кстати, в С4. С4 сейчас сам взорвется, скорее всего. Или же спустит. Нет, не спускает он ни на кого. Но его сейчас вышка здесь добьет. Его добьет Дэнди. Но в любом случае, что их... Дэнди прыгает, цепляет еще ультимейтом. Ой, там... да ладно, хорошо. Лоду там... надо поднять. Нет, Лода убивает Куроки. Это минус 4. Хорошо, там попытался сделать все Куроки, но мы понимаем, что слишком много хп. Вот для суппорта 150 хп у врага с вангуардом это реально много. Да. Потому что с руки они эти 150 хп в жизни не собьют. Если нет уже каста какого-нибудь, чтобы нормально можно было... Дэнди пробил бульдога. Бульдог юзнул. Успел юзнуть. Бульдог стики пытается убежать. Да, бульдог отсюда уходит. У него вот 150 хп. Дэнди там только у Дэнди нет 60-70 сносят. И, да, и Na'Vi здесь был. Сейчас в драке нереально много проиграли. Да, они очень они отдали Рошана, они потеряли четверых, пайбэк Хвоста. О, это просто дурдом. Во-вторых, они не забрали того самого, да. Тот самый Aegis. Следовательно, да. В следующей драке Лода будет быковать еще вот, больше. Вот она точка. И 3000 голды, и... Ну, 4000 экспы заработали Альянс в этой драке. Да, и это при том, что общая тенденция была в пользу команды Na'Vi. Ну, приблизительно вдоль была, тенденция, вот, да, была в пользу, то есть она падала раз, уже. Да, графики как раз направлялись вот именно в направлении преимущества команды Na'Vi, но мы видим, что Альянсы очень неплохо перевернули. Здесь все так, тут ставят у нас варды еще Аке. Этот Аке. Этот Аке, действительно. Так, ну увидели они фармящего Хвоста, увидели то, что у Хвоста по сути ничего нету, у Хвоста действительно ничего нету. Не, ну 14-я минута, и у него ничего толком и не должно быть, как бы, ну, да, конечно, но конечно. Посмотрите на Лоду, это Vanguard, Ogre Club, Фейзы, то есть как бы нетворс у Лоды на 500 больше, чем у Хвоста.
Да, причем у хвоста нормальных артефактов, по большому счету, нет. Это да. Базила Доминатор Фейзы. Ну, видели, как он быстро склеивается, да, в драках. Да, хвосту, ну, в частности, Луне. Сейчас умрет Куроки. А Куроки там сразу, фраг. Да, Куроки пытается улететь, но я думаю, ему сейчас плюнут. Да, плевочек от ЕГМ, а мог бы ЕГМ попытаться как-то сэкономить для Лоды, но не стал он этого делать. Наверное, правильно, Тавр забирает Нави. И для Нави это только первый Тавр. В игре для Альянс тоже, кстати, первый Тавр. Вот Айсталкер сразу улетел на топ вместе с Алхимиком для того, чтобы пытаться задефить вышку, но все равно вышку развалили регенты. А, так. И, кстати, смотри, Аки тянет за собой также ЕГМ и Бульдога, идут они все на топ, забирают один на топе. Они знают, что Нави вряд ли будет дефить, Нави будет разменивать. Нави будет разменивать снизу Тавр. Нимфани хочет собрать себе форстаф, хвост только-только купит Яшу. Слушай, это реально мужицкий пик у Альянсов. Второй Вангард появляется в команде. Чувак, ну они понимают, что их руками будет Луна бить, и все нормально. Что самая большая проблема, это то, что их будет бить руками Виндрейнджер, Виндранер и Луна. И все. А два Вангварда, привет. Да, два Вангварда пробить будет нереально сложно. Плюс еще Мека также готова у Адмирала Бульдога. Невероятное количество ХП как бы будет у С4, у Адмирала Бульдога и у Лоды. И под Мека это все, вот, конечно, мне будет... реально уже интересно, да, посмотреть на эту тактику в действии, потому что задумка вроде неплохая, да, много ХП, хороший резист, а, собственно, не должны будут убивать Нави. Так, Пупей сейчас заманивает на себя, и Пупей здесь умирает. Да, Пупей... Сайленс успел сделать. Умер, Куроки. Сейчас они вдвоем здесь умрут, но что идет Алхимик, дает стан по Куро, Пупей убегает, и Куроки в таверну. Пупей тоже в таверну. Пупей нет тэп-аута, у нее есть мек, но он тоже умирает. Он здесь. Да, ну его чуть-чуть быстро. Пятером там, кстати. Вижен был, и все. Ну хотя Пупей может попытаться отдаться на эншентов. Нет, что слишком много дэмэджа здесь. Да, зачем он юзнул чумек? Кстати, он пока там за собой возил людей, Адмирала Бульдога убили на нижней линии. Да, Адмирал Бульдог остается. Пупей в любом случае здесь умирает. Он, кстати, долго очень тянул. Дэнди улетает. Фанни, красава! Развел здесь. Лоду, я не успел обратить внимание, почему хвост. Да, Лода не сбил телепорт Дендику. И хвост здесь умирает за хвост то. Приехал, да. Ну вот, и в итоге получается, что Нави снизу Т2 не забрали. Забрали Булдога, потеряли хвоста, потеряли Пупея. Сейчас Альянсы начинают их по всей карте гонять. Вот именно гонять. Именно гонять, да. Потому что они сейчас реально сильнее, у них неплохая инициирующая составляющая. Они нормально там залетают с этим Найтсталкером. Очень-очень неприятный такой товарищ. И Найтсталкер, на самом деле, при хорошем... О! Так. 703 раза был собран в доте, 106 раз на 6.72, 143 раза на 6.72. Но что-то немножко 703 не в сумме. Ну да ладно. Показатель 3.300 блокировки урона за игру. Общий 2.500. Ну, 3.300, ну да, может быть, немного. Но это потому, короче, это просто... Погоди, 3.3, надо мужиком я быть. Тебе объясняю, о, почему 3.300. Лода, видит Дондо. Не стал на него нападать. Ну, почему 3.300? Вилать и волочей. Потому что 3.300 — это урон с руки, если что. А доки в основном бьют кастами изначально. Это в лейте уже начинаются подачи с руки. Да, мы там видели, что 20 тысяч там вносит за игру самый там Клинкс там, по-моему, и так далее. Да. Но это типа чувак, который просто... месяц нереально. Да, самый фокусирующий. Нет, интересно, сколько там с руки вот вносит за игру, я не знаю. Луна. Вот. Не, Луна знаю. Тоже будет порядочно вносить. Так, кстати, что? Хвоста начинают убивать. Но он тут не умрет. Тот, да, тут не умрет явно. Но Лода пытается убивать дальше. Лода, паника связали. Так, Луну сейчас нам дадут. Спасибо огромное. Так, съели, кстати, здесь кентавра. Адмирал Бульдог теперь имеет еще и стан в своем активе. И не могут, ну, не могут драться Нави. Луна может вот так вот разве что побрасываться. Ну и Тавр забирает. Главное, чтобы ее сейчас не побросали. Лайонс. Ну, дум хвоста и хвост его 1005 хп, это маловато, там хорошо шоу. Ой, шоу. Отличная связка. Причем не, прыгать для него связала. Да. Шекл, Бульдог, о, как просил Бульдог-то. И смотри, еще один импетус и Бульдог 140 хп. Едва живой, С4 в разные стороны. Пупея застанили, плевок в Куроки. Куроки проседает, Куроки урна, Куроки не может никого поднять. Куроки толкнули вперед на развороте фейтболт. Там Дэнди отлично ворвался, умер. Забрал уж сразу же Дума, да. Но смотри, и Пупей там импетусом ЕГМ еще и погнал. Слушай, Нави-то отбились еще и отогнали Альянса. Нави неплохо здесь раскайтили. Нави сейчас показывают, почему милишные супер толстые герои не настолько хороши, как Дэнди могло показаться с первого за ЕГМом. Ну вот надо как-то застопить ЕГМ, а сейчас есть вижен, есть вижен, да, все. Все. А тут лода, и надо быть осторожным. А у хвоста нету маны. А теперь есть мана у хвоста. Хвосту, а что? Догоняют. И ультовать надо, ультовать надо. Вот он, нет, не ультимейт. На ультимейт опять нету. Лоду просто раскатили. Это Аганим, это Аегис, извините. Это Аегис. Аки тоже встрял. И сейчас Лоду. А нет, это не Аегис был, подожди. Аегиса. Как? Аегис слетел буквально... А он слетел? Буквально секунд 40. Хвост! Живет! Нет, птицы сели, минус хвост. Хвост! Динает! Опять Фанник! Боже, динает. Этот Фанник два раза.
Что происходит? С4 бегает, связали его, начинает его просто втроем убивать. Здесь там, адмирал Бульдог уже пришел. Очень большие проблемы сейчас будут у Пупе, скорее всего. Или кого сейчас? Ну, Пупе, Пупе. Тут один Пупе остался. Да, уже один Пупе. Дэнни убежал отсюда и с руки сейчас убил. Посмотри, как он машет просто. Подожгли Дэнни, Дэнни не может. Химика, как он бьет по Пупе, это просто цирк. Типа очень медленно. Смотри, смотри, да-да. Так, стан и смотри. Ты понял, в чем прикол? Это была жесть. В итоге Пупе отсюда живой ушел. Рядом с ним был, когда у него было 150 хп, там 100-150, рядом с ним стояло два героя. Они его не смогли убить, потому что просто не было чем. Слушай, убить. А тут-то в чем? А это же. А тут же все бьют руками. Ну, по сути, да. Но кроме... Поэтому на ничего не надо обращать внимание. Да? Untouchable вроде бы 3 секунды висит. Да, last 3 seconds. Следовательно, если ты на нее нажимаешь атаку... Все, гоплык. Да, типа 3 секунды... Особенно Лода где-то там, или Алхимик. Да, типа 3 секунды вы просто абсолютно безоружны, и в драке ваш коэффициент полезности будет равен нулю. Поэтому на козу, козу надо тупо убивать нюками. Там какой-то Войт. Ну, а нюка 2, тут действительно Войт и плевок ЕГМа. Ну, еще есть левел-дес, да. Если нормально левел-десом залетит, то там ничего, я думаю, может ласта откинуть быстренько. Но все равно, да, нюков не так уж и много. Крутейшая, конечно, дота. Здесь, кстати, хвост фармит сейчас Энчина вместе со всей командой Нави. И сразу пойдут на Рошана. Хвост, кстати, так и не ультанул. Он всю игру у него было этого. У него не было маны. Не всю игру, всю драку. У него тупо не было маны. Да, действительно, там Noob from UI, вижу, написал коммент, что 17 минут экшена как на 60, да, просто. Да, да. Ну, там показали урон. Слушай, по... а чей это минус армор? А, это Куроки минус армор. Да-да. Курокьего, Курокьего, как говорят пуляки. Курокьего? Ten минус армор ест Курокьего. Триксьего, как они говорят. Триксьего и Курокьего. Да-да-да, это когда девушка, которая нас подвозила, говорит, я из аэропорта забирала Курокьего и Триксьего. Так, S4 входит в ультимейт, получает импетус на треть хп. Там КБ, кстати, у Лоды очень важный артефакт, как раз таки на драке на Рошана. На кентавр Лоди. Да блин. Так, и смотри, просто по-мужски заходит сейчас сюда Alliance. Тут висит одна точка, на этот раз... Ну, Рошан абсолютно плевать, чья эта точка висит. Да-да-да, причем там реально могут сейчас еще две точки, например, Дэнди висеть. Не прыгает рано, Дэнди контролит просто процесс. Так, кентавра здесь. Со всех сторон сейчас будет катить просто Лоду. И надулся, надулся, S4! Ну, Пупеев, Пупеев разрядится, скорее всего, если Пупеев просто не выйдет за рендж. Нет, Пупеев вышел за рендж. Отлично. Пупеев отбежал. А, и поймали Дэнди. Нет, никуда его еще не поймали. Дэнди отпрыгивает, дает саженец по Лоде. Ультимейт. Нет, есть мека. Дэнди пытается бежать еще. Дэнди дагер через одну. И Дэнди прыгает, и Дэнди выживает. Хвоста убили. Это большая проблема. Это провал. Все, Нави проиграли эту драку. На Кроке висит Дум, надо срочно отсюда убегать. Да, Лода сейчас будет добивать остальных. По Фанику закидывает Войд. Сильное замедление на Фанике. Фаник также погибает. Остается здесь один Пупей. И Пупей Кайт, да, это минус 4. В итоге Кайт и Нави закончились полным провалом для них. Минус 4. Лода делает даблкил. Вот так. Да, и не будем забывать, что Рошан стоит. У Рошана нету половины хп. И за этим Рошаном сейчас пойдут... Ребята из Альянса заберут вышку в миди, потом пойдут. Да, тут как раз вот дошел до наших зрителей момент с Думом, точнее, с Алхимиком и Козой. Действительно легендарная просто замашка. Ну что, кстати, пока били эти два тавера с висящим глифом, немножко времени выиграли Нави, но этого, конечно же, не хватит для того, чтобы подраться на Рошане. Ну, хотя, смотри, два тапа делают Нави, неужели они будут драться на Рошане, они не успеют. Они хорошо знают, что они не успеют, им придется драться в очень-очень неуютном моменте для себя. Фаник нашивает и видит, что поздно. Фаник увидел, да, что действительно поздно, и Нави драться, я думаю, действительно не стоит сейчас. У хвоста, тем более, ульты нету, поэтому драться вдвойне не стоит. Мы не увидели момент, мы смотрели, как Дэнди убегал, как так быстро убили хвоста. Ой-ой, да, Куроки. Убивают Куроки сейчас, правда, на Лоду повесили замедление, хотя у него под замедлением 450 мувспида. Отличное замедление. Да, отличное замедление. Ну вот и у хвоста БКБ будет еще не скоро. По деньгам 10 тысяч ведут Альянс, по XP 9,5 тысяч ведут Альянс. Все здесь у шведов очень хорошо. Да, действительно у них неплохо идут дела. Алхимик, Алхимик, Алхимик. Алхимик уже, наверное, что-то прилететь должно. Да, у Алхимика уже есть действительно блокинг бар. Лода там себе баширок потихоньку довозит. Лода, Лода, Лодочка. Да, у Лоды, когда появится башер, это будет очень тревожный момент, потому что Найтсталкер, это на самом деле для него один из лучших артефактов. Фиксирующий айтем, который жизненно необходим героям типа Алхимик, Найтсталкер. Алхимик, если мы видим, порой без него обходится, но в результате все равно у него появляется какой-нибудь Abyssal Blade, то Найтсталкер за счет того, что у него атак спид постоянно хороший, за счет того, что у него спид постоянно хороший, он постоянно бьет, по сути, в драке. Да, башер может очень сильно влиять на исход сражения.
что 24,5 минуты в игре у нас прошло. Видимо, альянсы, конечно, сейчас имеют огромное преимущество. И я думаю, продолжат сейчас по всем линиям давить на Na'Vi. По-прежнему у них, не по-прежнему, а имеется новый Aegis. И надо бы его, конечно, реализовать. Тем более, что этот Aegis есть у самого, что не есть, бешеного героя на карте у Найтсталкера. Поэтому надо бежать в атаку. Хексу ЕГМа. Хексу ЕГМа. Кстати, да, я ожидал увидеть Аганим, но мы видим, что появляется Хекс. И Хекс ведь... Блин, он же сейчас просто развалит команду Na'Vi, да, в салат, потому что... Хекс тут решает все проблемы. Да, понимаешь, если альянсы 5-5 дрались хорошо, то 5-4 они сейчас будут просто аннигилировать. Тем более, что у хвоста до сих пор нету БКБ, и... А, нет, у Денди нету БКБ, есть вот БКБ в чем дело, хвоста, есть, да. Сейчас будет пак. Да, Денди это минус пак будет просто. Сразу в курице, его будут сразу убивать. Ну, вот. А 1200 хп для альянса это вообще не количество хп, то есть это моментально, да, разваливается, да, да. Денди. Это реально очень быстрый фраг будет, ну посмотрим. Ну, Денди, кстати, стата 3-1-7 в этой игре. Нифига себе. Кто-то, ну, кто очень мансит. Да-да-да, мансуватель. 10-4 у ЕГМа. Как тебе? Нормально настилил. 10-4-7. ЕГМушка, конечно, на хекс тут наворовал. Ого-го. Хвост миди Т1 будет забирать. И смотрим, будет ли Альянс сюда лететь, или Альянс пойдет на Т3. Видим, Альянс уже здесь. Уже есть здесь Аки. Кстати, его можно убить быстро. Его нужно быстро убить. Да, его, кстати, видят, но вот... А почему Куроки не выбежал? Куроки поднимает, но и тут Аки должен умирать. Еще один импетус будет. А почему Куроки не подкинул только что ближе к пупею Аки? В результате вот это Аки провал. Здесь выживает. Ну как, его сейчас добьют, да, вот тычкой Куроки. В результате Куроки и Куроки тоже улетают. Куроки умирает от Таура, да, его сейчас все равно убьет. Кстати, Лода вынужден был прожать БКБ, чтобы убить пупея, потому что он тачил. Все по той же причине. Он его так царап по лицу, такой... Так, ну вот это уже издевательство. Another random has received a prize for courier kill. Dire's courier has been killed. Na'Vi еще и потеряли курьера в этой всей машине. А потеряли его не здесь на Рошане каким-то образом. А птицы, наверное, увидели. Птицы, возможно, убили, да, где-то перехватили. Так, что там у Дашкевича? У Дашкевича пока... Дашкевич, БКБ 1600, все. Да, 1800. И мид идут, не стену. Правда, везет то, что саппорты лоу-левел у Na'Vi. А как лоу-левел? 11-10 левел, просто очень быстро они появляются. И Т3 Tower проседает очень плотно. Хвост пока не здесь, да, глифа нет. Точно. И это сейчас будут падать бараки просто-напросто на линии. Ну, вышка точно падает. Да, вышка упала, начинает бить бараки. Лода, птички. Ну, тут хвост пока как-то отгоняет. Но в любом случае все очень хорошо здесь для Альянс. Там, смотрю, у нас уже начинают воевать. Ну, фанаты. Вечный холивор, но да, это да. Понятно. Холивор на авиальянс, это ж ух. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас альянсы отступили все-таки. Да, и побоялись заходить. Да, и альянсы, видимо, этот самый чинжлок не читали и продолжают пытаться быковать в направлении милишного барака, вместо того, чтобы сносить хп постепенно рейнджовому. Вот в такой ситуации действительно есть смысл пилить рейнджовый барак. Да, если Лода, вы, Лода конечно, забежал. Ну, если вы не супер доминируете, то просто царапайте рейнджовый, и все у вас окей. Так. С4, нас... Дэнди хорошо прыгнул, но Дэнди поймали тут же в хекс минус. Дэнди, то, о чем ты говорил, моментальный минус. Надо переждать БКБ Лоды здесь, понятное дело. Вот он, но ультимейт, хорошо, ЕГМ разлетел. Бульдог должен разлетаться тоже. Бульдог разлетается, хвоста в БКБ подожгли. Хвост проседает очень сильно. Ты смотри, тут Na'Vi-то отбились хорошо. S4 очень много битый. Байбеков, поэтому да, поэтому альянсам стоит здесь отступить. Ну а Лода, хорошо, Лода. Лода, смотри, Лода. Лода, да-да-да-да-да. Это тот самый спелл. Да, два байбека сделали Na'Vi, я так понимаю, Пак, да? Кстати, еще и Виномансера у нас там убил. Дэнди уже там впереди всех. Ну, два байбека сделали. Хвост и минус хвост. Ну, пока еще не минус, но да, минус. Толкнули вперед! Ладно, хорошо, и он сидит на хайграунде. Не палится. Его сейчас убьет! Да, я только хотел сказать, сейчас вейв поймает. Ну ничего страшного, лучше пусть сатир, чем там. Да, ну 60 секунд не будет хвоста, и это, конечно же, для альянсов то, что надо. Да, и у него байбека нету. Он же только что делал байбек. Только что делал байбек. Но альянсы уйдут! Альянсы уйдут. Нету ночи. Да, нету ночи, и бараки стоят. Это просто цирк у нас продолжается. 30-17. Нет, это не цирк, это реально продолжается просто эпик. Вот нереально крутой матч. Просто понимаешь, тут эпик на эпике. Вот постоянно это коза с Найтсталкером, у них там своя дуэль. Дуэль сатира с хвостом. Не, ну это настолько прикольно, просто приближается Лода, такой: иди сюда, ты что, женщин бить будешь? Не-не-не-не-не. И тут сразу, да, по пятну. Не, ну я же говорю, я уже видел, как он подъехал к этим сатирам. Я смотрю, сколько вокруг сатиров людей. И понимаешь, что сейчас будет шоквейв. И тут просто... Он еще и начал бить их. Но он не хотел их бить, потому что не палился. Он СССССС щелкал. Да, он Не, но его бы все равно бы там убили. Не, я просто думал, что он начал их бить, знаешь, чтобы отхилиться от них.
Ага. Можно было переманить, в конце концов, этого сатира. Все-таки у него был доминатор. Но понятно, что за этих полсекунды, которые ты там находишься, ты не успеваешь подумать. О том, что ты можешь перехватить. Тебя сейчас долбанный сатир просто задует. Да, есть такая тема. Жесть. Ладно, продолжаем наблюдать за доткой. Кстати, по графикам тут 12 тысяч на 10 тысяч. То есть Альянс по-прежнему впереди. А и у Альянсов мидасов больше, а у Альянсов один он. Ну, это серьезное преимущество. А у Нави 0, то есть это уже плюс. И Альянсы идут заканчивать. Не понимаешь, что там... А там есть глиф. Но что там... Я включу все-таки байбеки. И что там кулдаун на байбек у двоих. Там байбек только у Фаника есть. И тут Нави должны отдавать мидл. Ну, сейчас посмотрим. Шейкл по S4. Они... Если убить, конечно, S4 до ульта, то, может, что-то будет. Но S4 до ульта здесь не убивает, мы видим. Нет, там проблема в том, что Нави сейчас, я думаю, скорее всего, будут бодаться, так как 5 игроков живы. И... Да, стан в хвостах, хвост. Yeah. Есть ульт, есть БКБ. Ну и вот рейнджевой барак, говорят тебе спасибо. Альянс БКБ прожал с 4. Лода, Пупея убивает. Нет, хорошо, спасает сейчас. Дум, хвост сейчас бесполезен, хвост убегает. Но это просто минус мид. Да, и минус мид. А глиф зачем тогда? А зачем глиф, если хвоста все равно не будет? Так, там Фаник продолжает шекл шатировать по возможности. Куроки, поднял кого-то, накрутил в бульдога. Да, просто минус мид с потерей одного бульдога. Ну, тут бульдог, к сожалению, приплыл. БКБ, правда, нет, не приплыл еще. БКБ, да, еще нормально, проживет здесь адмирал бульдог. 300 кп у него остается. Дэнди поймали в хекс, но Дэнди также выжил. Ну и вардов и Нави. Без потерь абсолютно и одна, и вторая команда здесь обошлась, но в плане героев, конечно же. Но так, то, что надо. Так. Да, и сейчас у Нави не самая лучшая ситуёвина. Так. Что там? Да не, ничего. Ты какой-то злой. Так, что у нас здесь? Здесь у нас Дашкевич, у которого, кстати, помимо доминатора Яши и БКБ, спустя 10 минут ничего не прибавилось. Потому что, да, были байбеки, 1900 золота у него, правда, есть. Ну, у него 1900 было еще до этой драки, ну, где да, сатири убили. Мы так когда что... еще в прошлый раз на него смотрели, там... Ну, а что он тут может? Ну, что он может сделать? Ему бы, блин, какую-то линку, да, от Дума? Ну, Кайлинка от Дума тут. Тут, понятное дело, надо шмотки надо, на дэмэдж. Надо типа с руки уже начинать вырезать, чтобы тебе было пофиг на Дума, но для этого еще нужна там какая-то, там, я не знаю, сатаник, баттерфляй и там да, манта стайл. Где это взять, не ясно. Чтобы но... мог просто стоять уже и с руки нарезать. Пока он манту себе собрал, у него опять-таки денег нет на байбек, но он понимает, что у него все равно таймер. И еще 2 минуты у него этого самого байбека в любом случае не будет, поэтому надо ему сейчас где-то 16 левел, наверное, все-таки накалядовать в первую очередь. И вот эти крипы бы ему не помешали. Но плохо то, что здесь только один раз пофармил, собственно, хвост, и это очень мало, учитывая луну. Сыр Аегис. Вот если Нави смогут забрать сыр Аегис, то все еще может быть. Угу. Так, ну и что у нас здесь? Здесь у нас Донда, который хочет купить хекс. И до хекса ему не хватает 200 золота, всего лишь 200 золота. Причем я уверен, что он бы его купил сразу, как только они появились. Так, будет ли он... А, бутылку может продать? Да, он продает ботл и покупает хекс. Потому что сейчас уже начнется драка. Да, Рошан. И нужны айтемы, очень сильно нужны айтемы. Пупей тем временем, мы видим, пытался уничтожить две птицы, но перевызвал их просто ЕГМ. Кстати, то, что две птицы, это плюс для Нави, это огромный плюс. Ну, суппорты, скажем, кстати, не вот так. Если бы сейчас птицу бить и на кулдауне они будут, это, конечно, было бы невероятным плюсом для Нави. 3 минуты без смотри, птиц. Птицы там с волком такие стоят, собственно говоря, 10 плюс 100 и пью-пью-пью. Дёрзкие. Да, действительно серьезные такие товарищи. Так, тут у нас Пупей ходит, бьет варды, причем варды, которые вот эти варды. 15 голдишечки. Заработал. Да-да-да, честным трудом просто. Ну, Нави здесь, понятное дело, не знают, что им сейчас делать и как. Они понимают, что не проигрывают, и все зависит от того, когда на них и как будут нападать Alliance. И только это. Ну что, сами быстро залететь на Рошана они, наверное, вряд ли могут. Им надо где-то как-то кого-то одного из Alliance поймать, и тогда, может быть, дело пойдет. Но тут Кираса уже появляется. Просто Кираса и Тучка — это такой минус армор. Угу. Которым вообще не ясно, как драться. Ну, да, а... причем там. И всякие... мы все время повторяем про мужицкий пик. Потому что мужицкий пик, он по-прежнему остается мужицкий. Да, да, да. Все равно по-прежнему жирные очень товарищи все эти, естественно, тоньше они не становятся со временем.
Да, я вот говорю по поводу того, что с таким минус-армором даже Визаж, у которого 170 урона, ну, да, всего 170, всего 170, да, 170 урона, да, под своим первым скиллом, он же там будет так лица бить. Да? Визаж, у которого 10-5-11, стата у ЕГМ, отличный просто матч. Да, нащелкал неплохо здесь, но ну, заходит на сейчас С4 на хайграунд, начинает бить вышку, все начинают бить вышку. Хвост Блифа разменял, нет, делает ТП. Слушай, это просто минус со стороны на халяву, потому что хвост был слишком далеко, и просто отдают сторону, тут просто через автоатаку заберут. Нет, смотри, поймали Лодус, сейчас, да, заставят прожать КБ. Не, ну это, опять же, тянут время, заставляет альянсов хоть как-то отступить, и альянсы отступают. На Рошана. На Рошана, да. Все абсолютно четко и правильно. Если бы Нави сейчас попытались как-то юзнуть смоук и поймать их, ну, на... ой, Лентинсфера, Уаки, ну ты наглость. Если бы попытались вот так вот на халяву юзнуть смоук и поймать их, они бы столкнулись с одной проблемой. Вот. Да, вот. Смоук, их хвост идет один. Так, ну, хвост идет просто один сейчас. Сейчас видят, видят, где находятся альянсы вообще, что как там происходит. Так, поднимают С4, закинут на ХГшечку. Да, на ХГшечку, но пробегает С4. Эх, чуть-чуть. И здесь хвост забежал, хвост БКБ, надо прожать ему хвост, прожми БКБ. Хвост! Хвост! Это провал! Хвост просто заходит в толпу, не прожимая БКБ, ну и тут минус хвост, минус пупей, так, плюс Рошан, и это ГГ. Хвост тут вообще был один эти. Вот, да, я же говорю, почему знали? Он пошел в другую сторону для начала. А, хвост действительно здесь был один, еще и Гели, Маки попадает по двоим, сразу же забирают эгиду бессмертных сейчас игроки Альянс, а если быть точным, то именно С4. Но мы видим, что байбека нет у хвоста, не будет его еще 35 секунд, это, скорее всего, минус вниз. Да, минус сторона вторая. И опять-таки, почему Нави пошли не все вместе? То есть, возможно, может быть, какая-то была задумка, чтобы не были все вместе альянсы. Ну, в любом случае, не успел прожать хвост БКБ или не ожидал он, что с лоу-граунда сейчас на него прыгнут, то есть с хай-граунда. В любом случае, Лода с линкой на себе, мы видим, Аки на него вешает эту самую линку, и это минус низ в исполнении Alliance. Осталось только добить мид. В смысле топ, да. Топ, конечно. Так, вот, и они как раз туда и отправляются. Им, по сути, ничего не мешает, да, пойти на тот самый топ. Очень много крипов. Вот они топ сейчас идут. Сбили линку два раза просто на туф-туф. Аки сразу повесил. А, не, это или это что? А, это своя еще линка от Найсталкера. Да, прикинь, там была своя линка. Так, тут опасно повесили сайленс. Хвост сейчас, я надеюсь, БКБ прожмет. Если вдруг понадобится. Ну, видим, хвост начал собирать баттерфляй. Ну, понятное дело, что в этой игре вряд ли у него будет баттерфляй. Поймали Пупея. Лода бьет Пупея в БКБ на этот раз. И, может быть, даже Пупей выживет. Да, но вот за Лодой тут продолжает гнаться. Заканчивается БКБ. У Лоды серьезные могут быть проблемы. Там импетусище такой залетел. Хвост опять не ультанул. И тут просто загоняет под базу, собственно, под фонтан команду Нави. Аке здесь умирает от импетуса, конечно, но в любом случае Т3-то падает, и сейчас упадут бараки, и это good game well played. Это действительно good game. Да, игра была действительно классная, мне очень понравилось. Много экшн-дотки, много забавных моментов было. Было с чего посмеяться, было с чего поохать, ахать. Это реально очень классно. 34-18 за 38 минут. Да, не каждый день мы смотрим такие действительно насыщенные игры. Причем такую игру Нави Альянс. Ладно, ГГВП. ГГВП, собственно, Нави проигрывают. Нави начинает сезон с поражения. У Альянсов, я так понимаю, две победы и ноль поражений также? Ну, как-то или так сколько должно у Альянсов? Да, нам покажут в следующий раз. В начале следующего матча. Да, в начале следующего матча мы, собственно, с вами увидим турнирную таблицу. Ну, а сейчас рекламная пауза, и мы с вами вернемся на следующий матч очень-очень скоро. Никуда не уходите. Впервые в 8-м сезоне легендарной серии Star Ladder зрители и фанаты смогут сами определить главную награду в дисциплине Dota 2. Стартовая сумма призового фонда – 50 тысяч долларов. Каждый купленный билет турнира добавит к нему 2,5 доллара. Смотри игры через Dota 2 клиент. Поддержи любимые команды и внеси свой вклад в развитие Star серии. Уникальный сет Навивера в подарок. Игру.
Игра Point Blank изменила мир онлайн-шутеров. Более 50 миллионов зарегистрированных игроков со всех континентов. 11 классов вооружения, 150 единиц оружия, 9 боевых режимов и 35 уникальных карт. Регистрация на pointblank.ru абсолютно бесплатна. Просто выбирай оружие по душе и вперед, в бой! Начни свою карьеру киберспортсмена. Стань чемпионом! Впереди большие турниры. Шанс представить свою страну на ежегодном чемпионате мира Point Blank International Championship с призовым фондом более чем 50 тысяч долларов. Мировая слава, денежные трофеи и победы, которые войдут в историю киберспорта. Это Point Blank. Процессоры Intel, трансформер. Все компьютеры завидуют тебе. Все программы мечтают о тебе. Что, старый ноутбук? Нечего предложить взамен. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе. Хватит жить прошлым. Выбери Ultrabook.